22 октября 2018 года. Вот такая красота у нас рекламная на улице Иркутска. Посмотрите на этот, о господи, дурдом. Вот она, улица. Это улица Ленина. Вот такая вот. А вот с этого здания они убрали рекламу, якобы. Хотя я вижу, снова висит. Ну ладно, частично. И был большой скандал по этому поводу. Бедные артисты остались без рекламы, да? Бедные артисты остались без рекламы. Все равно здание подпорченное, смотрю, вот этими плакатиками. Но самое-то интересное, что стоит вся та борьба, когда рядом вот такое вот, вакханалия вот такая вот. Мало того, что это вот просто такая какофония цветовая и вот это вот мелькающее, ну, слава богу, еще не воняет и не орет. Ну, это немного до этого осталось. Может быть, я дурную идею сейчас подал нашим. Они же сейчас схватятся за эту идею. Вот эти вот рожи, вот эти вот, которые на нас смотрят утром и вечером. Полуголые и всякие уродливые, страшные, смешные, придурочные. Эти рожи, вот они, ну вот они. Вот. Они скоро будут просто там рты открывать, орать. Ну вот там вот они уже двигаются, да? Но только еще не орут. Эй, рекламщики, ну вы что теряетесь-то? Давайте, вы туда поставьте два огромных динамика, и пусть все это еще орет на весь город. А вы будете с этого деньги получать. С наших нервов, с нашего города, с нашей реальности, вот этой вот, в которой мы живем, виртуальной уже. Где город-то? Нету города. Иркутска-то нету. Есть вот это вот. Здания нету. Где школа? Где филармония, которую вы спасали? Недавно только что. Вот ваша филармония. Вот ваш музыкальный театр. Вот.